Почти в центре Бийска плещется озеро. Об этом нам сообщили бийчане, которые вот уже много лет пытаются его высушить. Но все безрезультатно. Не спасла даже дренажная яма. Она как уже как 77-го года, 78-го, так постоянно. А весной вот здесь вообще ничего не пройти. Про газин-то я уже молчу, тут даже не пройти. В сапогах ходим. В прошлом году жители двух домов и собственники магазина собрали 42 тысячи рублей и устроили дренажную яму. Вода ушла. Но уже через год дренаж укатали транспортом, и лужа вернулась на свое историческое место. После дождей вода выходит из берегов и затапливает тротуарные дорожки к магазинам, заходит во дворы. Мы и просим, и требуем администрацию нашего города, чтобы нам помогли убрать эту яму. Ведь у нас здесь вот и частный сектор ходит, и мы ходим, и дети. И эта яма у нас стоит постоянно. Чтобы хотя бы что-то, мы примем тоже совместное участие. Строительство ливневки на улице Короленко ситуацию не спасет. Но, как нам удалось выяснить, надежда на избавление от невысыхающей лужи все же есть. И она напрямую связана с ремонтом дороги по переулку Складскому, который запланирован на будущий год. Вопрос о сборе и отводе ливневых стоков с проблемного участка, а именно с той большой ямы, будет решаться одновременно с реализацией проекта по ремонту дороги, но в рамках отдельного договора. На сегодняшний день ведется поиск источника финансирования для выполнения проектно-сметной документации.